Каждый раз, когда я подхожу к этому дому на Марсовом поле, вспоминая 1 июля 1997 года. Последний день пребывания Алексея Германа в большой семейной квартире. Как мы не отговаривали его не продавать отцовскую квартиру, не переезжать в Москву. Не убедили. Продал, уехал. Так он потерял не только замечательную квартиру, но утратил и отчий дом. Я сюда приехал маленьким мальчиком, в эту квартиру. Это был совсем другой дом. Кто там писать в подъезде, о чем вы говорите? Здесь дворничиха была в белом халате, надо было звонить в звонок. Это был дом лауреатов Сталинской премии и крупных архитекторов. Я первый раз поцеловался с девочкой около дуба, там такие дубы стоят. Он был вот такой, этот дуб. Как-то гулял собака, к этому дубу подошел, он уже вот такой. Вот и все время, вся моя жизнь. Если здесь срывать обои, то так пройдет эпоха за эпохой, эпоха за эпохой. Если газеты почитать, на которые клеились обои, то будет вообще замечательно. И это вот кабинет отца моего, потом последнее время я в нем жил. Я довольно долго в нем жить не мог, потому что было как-то очень горько. Вот здесь он как раз и помер на тахте. Матушка моя любимая, как-то мне уже года за 3, за 4 до смерти я хотел там матрас перетянуть. Она сказала, нет, я и так досплю отстань. Матрас я перетянул. И я вот не для себя сказал, что как-то жизнь в Ленинграде пошла так, что я стал себя ощущать, что я здесь досплю. А я досыпать не хочу. Я что-то хочу другое сделать. Вот такая вот история. Виталий, у меня ощущение, что существует какая-то болезненная с возрастом связь со своими родителями. Что вот сейчас откроется эта дверь, кто-то выйдет. Или пройдет со своей, значит, походкой там отец или мама, или какие-то знакомые, или какие-то друзья. И мне не хочется жить, как ни странно, в этой квартире на могильном камне. Мне не хочется. Я, в принципе, хотел бы уехать. Здесь Герман замыслил все свои фильмы, начиная от первой попытки снять «Трудно быть Богом». Я решил снять быструю и легкую, изящную картину по любимому произведению Стругацких «Трудно быть Богом». В начале 1968 года я запустился. В это время наши вошли в Чехословакию, наши войска. А если кто помнит Стругацких, то там существует черный орден, который высаживается на этой самой несчастной планете и уже карачун, так сказать, полный, приводит к нулю всех. Демократы, которые, значит, там что-то такое болтали, кричат, зато вы заметили, как вольно дышится в новом освобожденном Арканале, где все горит, где всех там жгут и так далее. Какие-то нашли в этом деле ассоциации, и картину мне закрыли. А снимал Алексей Герман свой последний фильм «Трудно быть Богом», живя вот в этой маленькой квартирке, что бок о бок со студией «Ленфильм». Вообще я фотографии не вешаю новых. Угу. Лёшечка, потому что я смотрю на него. Лёшечка маленький, он был очень смешной. И очень крепкий мальчик, должна сказать, по характеру. Здесь мы жили и очень любили этот угол за кухней. Во-первых, потому что это было крайне удобно. Во-вторых, потому что протянешь руку и возьмешь любую книжку. Внизу архив Юрия Павловича, неразобранный. Разберу. У тебя рядом здесь с мойкой опять два Лёши. Когда чищу картошку, мою посуду, я на них смотрю. И это доставляет мне невероятное удовольствие. Он здесь и счастливый, и несчастный. Эти два качества у него всегда были вместе. В нем есть непоколебимость здесь и сомнение. Все в одном кадре.
Это было всегда. Так же, как счастье и несчастье, так и это было. Что Алексей Юрьевич Георгиевич Герман унаследовал от отца писателя Юрия, то бишь Георгия Германа? Вот какие профессиональные человеческие Виталий, качества? Этот вопрос сложный. Во-первых, потому что я не могу на него ответить совсем. Любовь Лёшина к папе, она была всегда. Связь какая-то невероятно тесная. Для меня был самый лучший человек вообще на земле. Папа мой точно знал, что такое хорошо и что такое плохо. И, соответственно, этому жил. Он мог ошибиться и плохое принять за хорошее, а хорошее за плохое, что с ним случалось. Но он это различал. Алёшечка относился к тому, что писал Юрий Павлович, не ко всему одинаково. Но и Юрий Павлович к этому относился не одинаково. Например, «Россию молодую», роман, который издается и переиздается, Юрий Павлович называл «Опера». «Лапшин» – одна из лучших повестей. «Операция с Новым годом», по которой Лёшечка снимал «Проверку на дорогах» – плохая повесть. И когда Лёшечка мне сказал, что вот теперь я буду снимать после запрещения первого «Трудно быть Богом» операцию с Новым годом, я сказала, ты сошел с ума. Это поставить невозможно. Это нельзя, это плохая повесть. Я оскорбила папу. Поэтому крик был невероятный. Но потом он признал, да, плохая повесть. Думать будем о другом. Ты из повестей отца что выуживаешь? Ну, я не могу сказать, что это я, потому что это делаем мы с отцом. Потому что... Но самое главное, что отец в лучших своих вещах, во-первых, не был таким уж реалистом, потому что, я повторяю, слишком сгущенный диалог. А во-вторых, то, что я всегда уже говорил, это существует ножница. Его восприятие жизни, мое восприятие жизни. Я знаю про них гораздо больше, чем они сами знают. Давней молодости слезы, не до тех девичьих слез, как иные перевозы в жизни видеть привелось. Как с земли родного края вдаль спровадила пора, как текла река другая, шире нашего Днепра. Кроме того, не все знают, когда были реабилитированы просто нормальные пленные. Их реабилитировали в 89-м. Одна из причин закрытия фильма «Проверки на дорогах» было оскорбительное количество пленных на барже. Когда я говорил, ну, было 5 миллионов, мы показали 500 человек. Это было огромное количество несчастных людей. Было некоторое количество идейных людей, очень небольшое. Но, тем не менее, я это имею право говорить. Я это и группа моих товарищей имеем право сказать. Потому что, когда все молчали, мы в это время подняли свой робкий, вшивый голос в защиту этих несчастных людей.
том краю леса темнее, зимы дольше и лютей, даже снег визжал больнее. Но была, пускай не пета, песня в памяти жива, были эти на край света завезенные слова. Перевозчик, водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону, сторону домой. Отжитое, пережито, из кого, какой же спрос? Да уже неподалеку и последний перевоз. Перевозчик, водогребщик, старичок седой, перевези меня на ту сторону, сторону домой. Это великий поэт Твардовский. По-моему, единственные его стихи – покаяние. Мне кажется, это ближе всего к кино. Вот оттуда я всегда себе вытаскиваю образ. И оттуда я себе всегда вытаскиваю, чего я снимаю. Я даже сам писал стихи для фильма, допустим, «20 дней без войны, отъезд из Ташкента». Совершенно бездарные, белые. И я, перегнувшись над Федосовым, который водил камерой, по огромной панораме, которую мы выстроили для того, чтобы сделать из Ташкента фронтовой город, я кричал там «Прощай, машинист», «Прощайте и вы» и так далее. И он вел панораму. Петя! 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 Мама! Петя! Петенька! 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 Ты мой! Петенька! Мама! Я живу! Мам! Кино – вещь, при которой ты не можешь не сострадать. Если ты не будешь сострадать, я во все картины вставлял мою маму, допустим, ну, в разном виде. А «20 дней без войны», там Лия Ахеджакова, это не было у Семена ничего, это действительно мы написали сами. А потом он поправил. Это придумано моя мама и я. И Вадик так считает. Я ей 1000 раз говорил, а она ничего не понимает. Ну, ведь конюши не танки, им горючего не надо. Она ничего не понимает. Да я еще понимаю! Ну, часы. Ему же там нужны часы. От этого надо сгусток какой-то брать, сгусток. Но меня всегда обвиняли в том, что у меня некрасивые лица. Где вы видели такие лица? У людей были воспламененные глаза, они ждали победы. Вы наших ждали? Ну, конечно, ждала. А как же я не ждала? Я так и мечтала, что придут наши. Это наша будет победа. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. Все, иди. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, шапку да подниму! Да бросьте руку, попробуйте, продуйте. А я думал, все, конец. Да это только начало. Да разве же это все, товарищ лейтенант? Довольны вы, товарищи мои, легко ли вам? И все ли вы забыли? Теперь вам, братья, корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам, сестры, цветики гвоздик, соски сирени, щепочки, цыплята. И уж не в силах вспомнить
Ваш язык там наверху оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, где вы исчезли легкие, как тени, в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. А вечером в Марсово поле, я отсюда вижу, строили ведь мансарду для Лёши. Он здесь не жил. Я нечто нахожу общее в статике Лёшкина. Говорят, у них походка была похожая. Мне она очень нравится. Замечательно. Это вот по Лёшным рассказам тот его папа, которого он очень любил. Как в этой благополучной семье вырос вот, вот такой неуступчивый, бунтарский человек? Мне кажется, Татьяна Александровна, Герман Ритенберг, она была очень сильным и страстным человеком. Хорошо воспитанная, читающая по-французски. У нее был этот характер. У нее были устойчивые принципы, ну, такого общего масштаба. В жизни она, конечно, терялась. Это Адашова из Лапшина. Он же в дружбе был очень требовательный. Он же не прощал, в общем-то. Он не прощал не только в дружбе. Ну, не то, что он там мстил или еще что-то. Он просто... вычеркивал. У него же критерии сумасшедшие такие, да. Понимаешь? И вот надо было всегда, Светочка, тянуться, это замечательно. О, это твой. Я могу, кстати, выключить. Ну, давай выключим. В конце концов. Нет, ответь. Впервые в жизни за полторы недели мне звонит сын. Вот как хорошо. Да, Лёшенька? Какие лучшие качества Лёши достались младшему Лёше? И человеческие, и профессиональные. Что он оттуда взял? Ну, понимаешь, ответить на этот вопрос достаточно сложно. Конечно. Он, конечно, абсолютный сын своего отца. В том, что касается нетерпимости, это... есть. И папина доброта, которая существовала всегда, когда нужно было кому-то помочь. Мой отец начал делать лапшины лет на 4-5 старше меня. Эта история случилась очень давно. Что-то помню, я сам многое рассказал отец. Я начинаю забывать ее. Алло, это седьмой? Это я. Мне 9 лет. Алло, это седьмой? Позовите, пожалуйста. Позовите, пожалуйста. А? Кто говорит? Ты, Акошкин, ешь пирог с грибами, а не то я действительно того. Отец. Радио выключи. А что Алексей Алексеевич взял от папы? Сложно отвечать, потому что жизнь меняется, и ты меняешься, да, и ощущения от жизни меняются, и осмысление жизни меняется. Слушайте, ну какие-то есть там семейные ощущения, какие правильные поступки, какие неправильные поступки, да, отношение к жизни, отношение к интеллигенции, да, и даже то, что ты не всегда понимаешь, да, или механически повторяешь в условном возрасте, там, 20 лет, то позже это тебя нагоняет с каким-то новым осознанием, с каким-то новым пониманием. А вот что пришло с годами работы в профессии? Ну, это в основном имеет отношение к человеческим взаимоотношениям, как все устроено, да? А, там, понимание, что, в общем, всегда порядочности было мало, да, а сейчас ее, мне кажется, еще меньше, чем при Советском Союзе, ну, как ни странно, да, потому что тогда было все-таки какое-то там единение какой-то части интеллигенции, когда боялись, пропадали и так далее, но моментами было. Поляжем. Так, международному дню трудящих осуществим высшую меру. Мы со следствием тянуть не будем, мы же не какие-нибудь там. Верно? Верно.
вычистим землю, посадим сады, еще сами успеем погулять в том саду. Мне эти люди симпатичны. Я совершенно не считаю, что люди 30-х годов в среднем статистическом человеке были хуже или подлее или гаже, чем люди 90-х годов. Какой фильм папы кажется самым близким для режиссера Алексея Алексеевича Герман? При всех пониманиях там выдающихся достоинств «Трудно быть Богом» и Хрусталева, наиболее поэтическая, конечно, «Лапшин». Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а вас на свете нет? Вот вам весь и Лапшин, если разобраться, так сказать. А вот мне кажется, это из этой же серии, которую, в принципе, фактически невозможно повторить. Можно попробовать найти вроде бы такие документальные лица. Можно найти вроде бы такую похожую натуру. Можно найти вроде бы похожих актеров. Можно найти вроде бы оператора, который умеет с плеча снимать. Но повторить это, я не думаю, что это возможно. Я не уверен, что в цвете можно было бы сделать хорошо. Даже если бы мы могли бы предположить, что они бы вот так же играли, что были бы такие же артисты, вряд ли, да? Но, тем не менее, это вот какая-то магия достоверности какой-то невероятной, да, вместе с этими лицами, это бы все ушло. На бой пролетарий за дело свое, товарищи в тюрьмах, за стенках холодных, мы с вами, хоть выпуск «Лапшина» ознаменовался тем, что я так страшно плакал, что меня Вохр, здесь место тогда еще с пистолетами ходил, отвел к себе в какую-то вонючую коптерку и отпаивали меня чаем, потому что картина была запрещена. На меня, значит, и прокурора насылали, там и чего там только не было, все. И выгоняли меня со студии, все. И вдруг картина пошла. Какие качества папы, вот, ну, самые-самые близкие сейчас? Вот без чего, казалось бы, ну, нельзя жить без этих качеств? Ну, кроме ответственности к работе. Я... Честность к себе, наверное, какая-то, ну, как бы, какая-то возможная, да? Ну, как бы, она есть за пределы, нельзя же быть к себе. Да? Ты же сам в чем-то обманываешься, в чем-то понимаешь, в чем-то не понимаешь, но тем не менее. Некое самопожертвование, с которым... с какой-то верой в... возможность поймать вот этот какой-то вот ускользающий идеальный фильм. И ловил ведь, в принципе. Я во многом не согласен с отцом, с его восприятием кинематографа, потому что отец допускал только кинематограф одного рода, но не допускал кинематограф другого рода. Он всегда считал, что правда черно-белая, к примеру, да, там, в основном, да, в России, во всяком случае, в русском кино. И не согласен, мне кажется, что все немножко сложнее. А ты знаешь, что в городе все над нами смеются? Мы сейчас ищем какой-то формат к новому времени, да? Потому что невозможно повторить то, что было в 90-х. Да. Очень интересно наблюдать, когда в разных странах абсолютно люди незнакомые, буквально за 2-3 года вдруг начали к какому-то импрессионизму возвращаться. В Китае, там, в Латинской Америке, хотя она как бы отстает, мне кажется, вдруг начали искать какой-то новый способ разговора о действительности. Видишь, мне нравится, как он работает, но это нравится не всем. Мне нравится. Я убежден, что ему в большой степени мешает неприязнь ко мне. К отцу моему не было неприязни, но я был несчастнейший человек, пока он жил. Питерская семья Германов – редкий в нашем искусстве пример передачи духовного и творческого опыта от поколения к поколению, от отца к сыну. И как это право непросто – познать и выразить свою эпоху.
Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену. Это я тогда. Мне просто неинтересно снимать про сейчас. Потому что про сейчас исчезает над вымыслом «Слезами обольюсь». Без чего, на мой взгляд, не существует искусство. Про сейчас мне неинтересны и непонятны эти люди. И в очень большой степени враждебны. Всегда были враждебны. А вот сочинять жизнь, которая умерла, которая не существует, которая где-то провелась дождями, но которая существовала, которая, так сказать, застыла, мне это очень интересно. Существует старый анекдот, как один старый еврей пришел в КГБ, его вызвали. Ну, допустим, 85-й год, начало перестройки, ему там, значит, какой-то майор говорит, что «Рабинович, вот у вас брат в Израиле, а вы ему не пишете». Тот говорит: «Ну, а что, теперь надо писать?» Он говорит: «Да, у нас новые времена, надо писать брату». Он говорит: «Ну, хорошо, я напишу». Ну, говорит, я домой пойду, шел. Он говорит: «Нет, вот вам карандаш, бумажка, вот садитесь и пишите». Он говорит: «Что, прямо здесь?» Он говорит: «Здесь. Прямо сейчас, сейчас». Он сел и начал писать письмо. «Дорогой брат Изя, наконец-то я нашел место и время тебе написать». Вот такая со мной приключилась история. Я нашел время, когда надо снимать эту гигантскую картину, неподъемную, когда все разваливается, дорожает на глазах в тысячу раз. Здесь я снимаю 53-й год. У нас должны были проехать по центральным улицам Москвы 12 ЗИСов. Сталинских времен. Ну, попробуй сейчас, набери 12 ЗИСов. Можно было, конечно, занять такую позицию, не снимать эти 12 ЗИСов, снимать 2 ЗИСа. И не по кольцу, а по какой-нибудь маленькой улочке или по двору студии. И так можно снимать, верно? А можно снимать по-другому. Так, приготовились, начали. Наташа, в яму напасу. Стоп, стоп! Значит, Толечка, пожалуйста, музыку, пожалуйста, читай. Так. Так, Лужков. Да. Начинается вообще кадр с того, что вот мы выехали на Лактимера, который в дальнейшем не будет руками себя работать, да? Один жест руками разрешается на все на это время. Я, когда был молодой режиссер, я смеялся над 8,5. Я считал, что это кокетство. Вот сейчас, к старости, я понимаю, что от великих до малых сих это не кокетство, это дикое мучение. Все можно придумать, все можно расписать. Потом ты попадаешь с реальными людьми в реальную какую-то штуку, и начинается вот то мучение, которое, может быть, вы краем глаза увидели. Я не понимаю. Я не могу повторить. А какие масса? И я начал, когда мне этих всех людей ненавидел и про них хотел сделать пасквиль. А прошло время, и я понял, что не бывает вот вообще плохих людей. То есть, конечно, наверное, палачи и несчастные люди есть. Но у меня ненависть к этим людям, злость и раздражение ушли. А люди эти остались. Я стал стараться с этих людей, у которых, может быть, не самая такая, я бы сказал, располагающая к себе внешность, я стал стараться из них делать тоже какие-то отношения, то все, каких-то человеческих, а не на разоблачительных вещах. И не разоблачать себя могут только узники ГУЛАГа. Вот они, так сказать, там мученики какие-то, они, что называется, имеют право на один разговор. А мы все в большей или меньшей степени... должны иметь право на какой-то другой разговор. Я судить не хочу, не могу. Хотя никогда не был ни в комсомоле, ни в партии, никогда не подлизывался, никогда тех самых ленинско-сталинских вещей не ставил. Но, тем не менее, все равно в этой эпохе жил, на площадь не выходил с плакатиками, в зону не хотел, и с начальниками дружил и так далее. Так что ничего, оказалось, что все в одной телеге ехали. Что я вам говорил? Органы разберутся, и это будут не только евреи. Здравствуй, мальчик. Лёва, пожалуйста, русский генерал. Здравствуйте. Вчера был в дамках, и каких? Лёва, слышите, Лёва? Свет тушить надо. Ага, вот кто тащит лампочку, жары открывайте. Но в 49-м году, значит, отец попал в, так сказать, большое несчастье там началось, связанное с книжкой «Подполковник медицинской службы». У нас было описано имущество, отца исключали союзы писателей. В общем, все это было достаточно тяжело и, в общем, достаточно противно. Какие-то фельетоны. И, в принципе, из то радости, то несчастья мы не вылезали. Но мама запоминала несчастье. Что мы сделали с отцом? Что мы сделали, говнюк? Говнюк! 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 Наталья, да ты
что говнюк! Сделал? Отпусти ребенка! Говнюк! Говнюк! Директор! Пусти! Директор! Уйди! Уйди! Пусти! Вы чудно, успокойтесь! Вы чудно! Чудно вы! Щекотно! Какой несчастный! История все время повторяется, то в виде трагедии, то в виде комедии. Вот. Но у меня она повторяется в виде одного и того же жанра все время. Если взять выпуск кинокартины «Лапшин», которую, значит, сначала на 3,5 года закатали на полку, меня тогда уволили, значит, ты помнишь, да? Я слово в слово слышу сейчас. Это непонятно, непонятно, не уважаете зрителя, непонятно. Да я, наоборот, как раз уважаю зрителя. Я просто его призываю не то, что как в Макдональд пойти, значит, что-то слопать, достаточно безвкусно, и идти. Я его предлагаю головку напрячь, подумать, поразмыслить, почему так, почему не это. Господи, ну прости, ты архипелаг ГУЛАГ. Мы вообще изнасилованная страна. Мы не согласны, что это случилось. Мы еще считаем, что это была любовь. Не играй с судьбой, дядя. Мне вообще не кажется, что это история про 53-й год. Это вообще история про Россию. Мы старались в каждом человеке, даже самом злодее, даже в Сталине, найти что-то человеческое. Мне хочется, чтобы его было жалко. По отношению к Господу, да этот несчастный смердящий старик умирающий. Хороший отец. Просто перед смертью, перед этим. Смерть – это великий демократический институт. Самый великий, который всех сравнивает. Это ты хорошо сказал, отец. Вот великая поэтесса все думала, что будет, когда Россия, которая сажала, встретится с Россией, которая сидела. Да ничего не случилось. Ничего. Пошли, выпили, и все это на этом деле кончилось. Вот в чем ужас-то. Разрулям машину! Или не ужас, или наоборот, прелесть нашего характера. Или не прелесть. Я не знаю. Ничего не случилось. Так как говорил Чехов, каждая собака должна лаять своим голосом. У меня свой голос, допустим, не очень удачный, так сказать, в смысле массового зрителя. Еще там великий Тарковский, когда там называл нескольких режиссеров, которых он вообще считал режиссерами в этой стране, он называл и меня. Он мне сказал, он, этот человек никогда не будет знаменитым. Меня очень удивило. Я думаю, а что это, я никогда не буду знаменитым? А может, и буду. Он лишь оказался прав. Я, так сказать, режиссер широко известный в узком кругу, так скажем, как Цветаева писала про себя красиво. Такая история про меня. Это было, когда улыбался, только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти смотрели над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами, под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча плыла. На губах твоих холод и конки, смертный пот на челе. Не забыть, буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Я очень люблю Санкт-Петербург. Мне не нравилась какая-то ситуация в городе. Мне казалось, как это очень часто бывает, что я приеду в Москву, и там все чудно. Но я приехал в Москву, и мне показалось, что там что то же самое, только еще хуже. Намаявшись в Москве, Алексей Герман с радостью вернулся в родной Питер. Здесь в нем неожиданно открылось новое дыхание. Он с удовольствием участвовал в создании фонда «Международный дом кино плюс», в учреждении международной премии «Наш современник». Ее первыми лауреатами стали выдающиеся поляки, кинорежиссер Анджей Вайда и композитор Кшиштоф Пендерецкий. Дом номер один. Дом номер два.
Забавно. Я, правда, есть ощущение, что я вручаю диплом Ленину и Сталину. Лорен Пейми, наш современник, композитор Пендерецкий, за выдающийся вклад в духовную и творческую жизнь современности. Все абсолютно законно. А эту квартирку с мансардой, окнами глядящей во двор любимого Ленфильма, Герман стремился превратить в новый отчий дом. Она должна была хоть чем-то заменить семье утраченную отцовскую квартиру на Марсовом поле. Он хотел, когда ему было 70 лет, купить часы. Их надо заводить, но они же бьют каждые полчаса. Поспи. Нет, не надо мне 100 лет, и это нереально. Сколько уж, так сказать, Господь отпустил, столько и ладно. Но просто давай мы как-то нарушим традицию, давай выпьем за прошлое. Потому что в прошлом было разное, но если на него обернуться, хотя я совершил гигантское количество ошибок, начиная от рождения и кончая женитьбой, но... Второй. Но прошлом... Первый как раз был хороший. Да. Но в прошлом было и очень много чего-то симпатичного. Светлана была не узнать какая. Ласковая, милая женщина. Представьте себе, что к старости такой монстр будет жить, и мне надо все время думать, куда спрятаться. Так что за наше и ваше прошлое. Оно было не худое. Это просто идиллия какая-то, это сказка, это гениальная фотография. Ну да, такой партнер очень иногда тяжелый, иногда прекрасный. Мы с полуслова друг друга понимаем. Мы тогда были таковыми часто и знала группа, ага, которая видела изо дня в день. И скандалы на площадке, и еще что-то. Она у меня, что называется... Главный зам по всем вопросам, в том числе и по вопросам искусства. Вот. Мы очень ссоримся, разводимся, всякое бывает. Но мы как-то сросшийся организм. Как-то незаметно кончается жизнь, как будто ты переходишь через экватор. Так незаметно, да, так? Незаметно, вот я был. Совсем молодым пришел на эту студию. Какие-то были у меня тут друзья там, Авербах, Динара Асанова, Бахефиц, Козницев, отец мой был. Совсем недавно, ну, в прошлом году, ну, позапрошлом году. Поэтому единственное, что можно, это посоветовать всем как-то ее растягивать и не огорчаться из-за пустяков. Вот есть такое предложение, если можно. Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Кроме того, здешние серые замки привели к мысли о начале Возрождения. И три десятка ученых забросили сюда. Астахов, Коля, меня... вот здесь, да, хватает? Вот над последними монетами, так? Так примерно? Может быть. Вот, я люблю вот своих, да, здесь. Мне хочется, кто у нас будет хвостом двигаться? Нет, трепаться. Все, артисту трудно играть. Это такое... Да, в общем, я ко всем хорошо отношусь. Сейчас смотрю, у меня вроде врагов нет. Но для этого мне надо было для себя сформулировать все. А пока я для себя не сформулировал все, я ходил ощетинившись. Готовились, съемка, тишина, аппаратный мотор, камера. Начали. У Стругацких. Это будущие коммунары, которые на этой планете, которые знают, что такое счастье, которые знают, что такое совершенный мир, и которые ничего не могут сделать с этим несовершенным миром, потому что эта планета должна выстрадать все то, что выстрадала Земля. Стоп! Чем мы лучше их? Давай, Юра! Что мы не сделали? Освенцимов, майданоков, у нас не было полк Пота и Янсари. Чем мы лучше их? Да ничем мы не лучше их. Мы такие же. Может быть, мы даже хуже. Да твое сраное возрождение – это самая коварная эпоха в истории Земли. Но мы достаточно обнаженно пытаемся в этой картине, так сказать, вот с чем сталкивается человек, который хочет что-то предложить. Он даже знает, как предложить, но он сталкивается просто с мелкой трусливостью, коростью, нежеланием. Вот пришли черные,
задавили все. И есть такое рассуждение, что каждую секунду сейчас под крышами этого дома рождаются подлецы, мерзавцы, негодяи от страха хотя бы. Стрелок-то пьяный, уберите стрелок. Россия все время живет в страхах. То в страхах этого, то в страхах этого. Это все в каких-то страхах мы живем. Вот вы правильно утопили, нужны те такие стихи. А я не хочу. Но сейчас я очень боюсь, что я создал мир, который я должен любить. Иначе я пропал. А я этот мир пока не люблю. И в Стругацких так же. У меня распустился куст. Такой красоты куст, знамение. Да на хлеба зимой на лопате катал. Видишь, как вольно дышится в новом освобожденном Алтанаре. И оно подешевело. Да, совсем трудно быть Богом. Ну, я не знаю, я боюсь, что может детская картина, может глупая картина получится. Я не знаю, я только знаю, что я себя терзаю, я очень стараюсь. Я, так сказать, пытаюсь это пропустить через душу, это делается все труднее и труднее и труднее. Нельзя, наверное, снимать что-то чужое. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, и ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи. Клюй написал. Я. Я как-то всегда со своими картинами влетаю в какую-то болевую точку. Сейчас же у нас очень похожая ситуация. В мире существуют серые. Плохо, так, сяк. Все ворчат, герой пытается, значит, получить какое-то разрешение уничтожить этих серых. Чем дело кончается? Говорят, ночью погром будет. Умника прежде. Дело кончается тем, что приходят черные. Христианство проповедует милосердие. Это проповедует только наказание. Вот тут, что называется, ничего не остается, как либо умереть, либо их просто попытаться вырубить всех. У меня для вас страшная тайна. Этот лекарь у короля, а он не буду. Жизнь наша абсолютно фантастична. Это ни в какой реализм не светит. Гоголь был не только реалист, он был провидец, потому что еще в его время такой жеребятины и бредятины не было. 60 лет боролись, умирали, пытали, сжигали в стопках паровоза. Ходили в атаки, построили какое-то государство страшное. Вот и взяли, вот отменили. Чего? Что это с вами? Тост. Лопсу. Как же я рад, что я вас не вижу. Потом, это очень современный фильм, на самом деле. Это фильм о трагедии реформатора. Понимаешь, хорошего такого реформатора, потому что его победа, когда он взялся за меч и начал всю эту сволочь рубить, это его поражение, потому что он должен был обойтись без этого. Ну, скажи мне, кому в этом мире нужна земля без рабов? Появятся новые рабы, появятся новые виселицы, новые золотые, новые черные. Все появится заново. Мы исходим из того, что правители — это умные люди. Но это абсолютно не так. Правители в большинстве своем люди глупые и беспринципные. Потому что знаешь, что такое туда залезть наверх? Ты ведь был самым умным. И земля, что называется, не больно преуспела. Ну, совсем недавно были всякие Освенцим, Майданеки, Колыма. Можно в нашей тюрьме взять достойного человека и заставить его есть собственные экскременты. Можно снести два небоскреба. Все можно сделать. Oh my God. А то, что сейчас происходит, это нормальная религиозная война, которую все пропустили. Уничтожить этого запросто. И вшивых, и черных, и даже детей. Кто? Сердце мое полно жалости. И тут такая смешная вещь. Мне газету привезли ребята. Там такая маленькая заметочка, где меня со страшной силой обвиняют в том, что уродливые люди, они гадят. Это ужас, смотреть на это невозможно. И как же вы, Алексей Юрьевич, вот с таким мировоззрением, вот как же вы будущее наше себе представляете? Бывает Босх, бывает Брейгель, бывает Глазунов, бывает Гоголь.
Существуют разные вещи. Это фантастика. Это другая планета, переживающая страшное средневековье. Другая. Тысячи лет до нее надо лететь. Ну как вы себе представляете меня учить, какие должны быть лица на другой планете и какое у этой планеты будет будущее? 40 лет я слышал, что я снимаю уродов. Это был Никулин, это был Ролан Быков, это были разные люди. И эти люди не уроды, у них прекрасные лица, на мой взгляд. Но все-таки, ну что-то имейте в голове. Там, где торжествуют серые, всегда-всегда в результате приходят черные. По-другому не бывает, запомни. Все, теперь вали. Вали, вали, давай. Все глупо. Я не знал, что я настолько затяну с этой картиной. У меня, чем дольше я тяну, тем больше я понимаю, что у меня никогда из нее не выкарабкаться. Все глупо как-то. Без благородного участия Алексея Кудрина в финансировании «Трудно быть богом» право не состоялся бы этот фильм «Завещание». Сам он, мне кажется, был человеком очень цельным. Вот это потом, вот, если посмотреть все его фильмы вместе, то однозначно. То есть это человек-философ с глубокой культурой. Таких сейчас просто единицы. И любой его ответ на любой вопрос представляет глубочайший интерес сейчас для всех. Леша слушает нас и думает, правы мы или нет. Все ли мы говорили искренне, Света, или чуть-чуть... И да, если бы мы могли предположить, о чем он думает. Это так. Это так. В широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Давным-давно рассыпались вы в прах, как ветки, облетевшие сирени. Вы в той стране, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито, где вместо неба лишь могильный холм и неподвижно лунная орбита. Там на ином, невнятном языке поет синклит беззвучных насекомых. Там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых. Спокойны ли вам, товарищи мои, легко ли вам? И все ли вы забыли? Теперь вам братья, корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам сестры, цветики, гвоздик, соски сирени, щепочки, цыплята. И уж не в силах вспомнить ваш язык. Там, наверху, оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, где вы исчезли, легкие, как тени, в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться. Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого, и из них невыносимы в близком общении. Однако и люди кислого нрава, а
одна из вершин творения дьявола. Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут, и распознавать неожиданные таланты в других людях. Аминь. Мы счастливы, дорогой наш человек, что жили в эпоху твоих великих фильмов. И глубинные смыслы, художественные образы нам, да и другим поколениям, еще предстоит постичь. Помним, ценим, любим.